Вот, если выходить из дома, тут видно баню старую. Ее я буду сносить. Там будет стоять новая баня. Ага. Вот здесь территория, которая, вот если выходить из дома, как ее видно. Так, 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 так. Вот это сад. Все, сад, сад, сад. Сад идет. И вот так тут на 28-32 сотки. Ну там лес целый. Туда не будем заглядывать пока. Угу. Сойки сюда прилетают. Сойки на деревья. Так, вон там в углу дуб растет, который я оставил, не спилил. Но вот здесь, которые дубы были, я убрал. Угу. В прошлом видеоролике вот здесь лежали бревна. Хорошие вот я отобрал, сложил. Из них можно дровник делать, веранду. Вот здесь лежали бревна. Это все убрал. Так, это в этом году 9 тракторных телег вывез. Ну и одну большую машину бревен. Там еще трактор будет заезжать. Корни выдергивать. Вот два корня вытащили. Такие небольшие. Это сирень была. Сегодня забор закончил, но осталось покрасить. Вот эти круги электролобзиком доделывал. Вот, это белое звено, вот это последнее его дело. Тут бревна в прошлом ролике торчали, поэтому, ну, последнее. Вот, это все вот, которое белый забор, это все вдоль дороги, вот моя территория. Вот, еще раз покажу. А, ну вот дом. Дом, окна пластиковые поставили, потом осталось тут сайдингом обшить. Крышу профлистом накрыть, синего цвета хочу сделать. Но он, в принципе, новый будет. Потому что уже подрублен. Так. Вот это. Так, что еще? Пройдем за дом. Территорию немножко еще раз покажу. Не знаю, в прошлом видео видно было, нет. Так, вот которые сарайки за домиком, я их тоже буду сносить. Сносить. Вот это убирается прёсла. И сюда у меня трактор заезжает, и ковшом вот уже раза 4 вот этот мусор вывозит. Так, вот это лес, он тоже мой. Если дрова кончатся в Вологодской области, будем его рубить. Но они не кончатся тут. Так, это кольца от будущей канализации. Нашел, кто будет копать. Согласны за 3000 выкопать. Закопать, короче, их. Так, а вот дом с этой стороны. Вот он 30-го года постройки. 30-го года постройки. Вот вместо нижних двух бревен. Вот фундамент здесь положили. Вот так. А там за домом будет дровник продолжения, чтобы выход из дома был за дровами сразу. Ну, как дому пристроен будет с торца. Так, это я уже сказал про сайдинг. Сайдинг, сайдинг. Так, осталось забор этот покрасить. Акрил, как-то краска называется, короче, все заборы красить. Вот. Так. И вот эти бревнышки, которые тут остались. Вот это я все один таскал сюда их волоком. Ну, хорошие. Из полубруса делали, из полубревна, вернее. Старинные еще. Дом 30-го года. Так, вот это яблони, 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 яблони. Так, там огород, картошку посадили. Здесь, ну, вон там веранда будет, где двери открыты, сюда будет выходить. Ну, в принципе, тут осталось, ну, еще печки поставить там внутри. Перегородки, ремонт такой. Там сейчас просто полы новые, двойные. И больше ничего. Так, тут вот старые хозяева сад большой вырастили. Вот пионов тут у них. Вот это все цветы. Вот все, что тут есть, это цветы. Пионы, тюльпаны уже отошли. Тюльпаны отошли, так что все, в принципе, больше ничего здесь интересного нету. А вот небольшой кусочек села.
села Борисово-Судское. Так, вот здесь мост видно. Так, это у нас тут вот. Короче, село расположено на холмах таких вот. Вот это вот. Я стою на одном, а через речку другой, скажем так. Вот. Там советский долгострой. Здание кирпичное в 91-м году. Стройка заморожена. Вот. Долгострой советский. Больницу собирались сделать. Не знаю, вот там видно речку. Сейчас мы ее подойдем, приблизим. Тут машины ездят, потому что иду по дороге. Так, вот. Вот так, наверное, будет видно. Мост и река Суда. Но она не как на Алтае, не горная, она болотная. То есть течение небольшое. Вот раньше по ней сплавляли лес, но потом построили Череповецкую ГРЭС и, ну, соответственно, плотину и перекрыли. Но из-за этого здесь рыбы стало меньше, судак перестал заходить, только щука, плотва. Но здесь плотву называют сорога. Вот окунь есть, ерши. Так, ну вот, вот такое вот село. Ну, село побольше Петропавловки. Здесь где-то 3500 населения, но летом прибавляется еще где-то 1500. Приезжают дачники. Здесь питерцы скупили много чего. Но так село, так как расположено в лесу, можно сказать. Вот выходишь, и сразу лес начинается. Зимой волки заходят, собак едят. Бывает, рыси забредают в дровники. Вот, тоже есть случай такой. Рысь с рысятами жила в дровнике. Ну, лисы, конечно, ходят, кур воруют. Так, ну вот, вот, в принципе, кусочек села.